Здравствуйте. Хочу рассказать о всех этих баночках и бутылочках. Что такое БАДы? Это биологически активные добавки или пищевые добавки. Сюда входят витамины, аминокислоты, микроэлементы, омега-3 жирные кислоты и так далее и тому подобное, что фактически присутствует в продуктах питания. Так зачем же они нужны, спросите вы, если они есть в продуктах? Первое. В настоящее время продукты не имеют такого качества и состава витаминов и полезных веществ, как раньше. Конечно же, если у вас есть огородик, на котором вы можете выращивать полноценные овощи и фрукты, то они будут более полезны, чем БАДы. И БАДы вам не понадобятся. Употребляйте фрукты и овощи с огорода. Второе. Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, и ваш организм требует дополнительной подпитки витаминами и веществами, которые не могут быть усвоены организмом из обычных продуктов в таком количестве, то, конечно же, БАДы вас здесь полностью спасут. Третье. Вследствие с болезнью или травмами вам необходимо дополнительное питание с большим содержанием определенных элементов или витаминов. В этом случае тоже БАДы являются лучшим помощником. Такие пищевые добавки не являются фармакологическими препаратами. Это просто еда. Дополнение к продуктам питания, в которых недостает полезных веществ. Если есть возможность в приобретении качественных продуктов, то лучше не использовать в рационе эти добавки, так как природные витамины всегда лучше усваиваются. Итак, рассмотрим, что сейчас у меня в рационе. Здесь мы видим коллаген, изотоник, креатин, моногидрат, омега-3 жирные кислоты, коэнзим Q10, мультивитаминные комплексы, защита от травм и укрепление связок и суставов, аминокислоты. Также протеин в виде изолята. Теперь более подробно. Защита связок и суставов. Animal Flex. Выглядит это так очень симпатично. Набор таблеток. Сюда входит глюкозамин, хондроитин, МСМ, витамин Е и С, льняное масло, экстракт имбиря, куркума и так далее. Вот эта мягкая капсулка, это льняное масло с витамином Е. Вот эта маленькая таблеточка, это у нас витамин С с микроэлементами. Вот эти капсулы и такие длинные таблетки. Здесь же присутствует хондроитин, глюкозамин, экстракты. Кстати, здесь есть интересный такой экстракт. Это элементы хрящ акулы. Аналогичный продукт. Это артрогат. Но здесь обычные такие таблетки. Вот. Сюда входит также глюкозамин, хондроитин, МСМ. Также есть коллаген, экстракт клюквы, имбиря и так далее. Очень похож на этот состав. Но смысл этих препаратов один и тот же. Креатин предназначен для быстрого восстановления мышечной силы. Принимается он, интересно, принимаем мы его 2 месяца. Затем месяц делаем перерыв. Дальше у нас идут аминокислоты. Это глютамин. Такая баночка, в порошке все это. Глютамин – заменимая аминокислота для иммунитета и мышечного роста. БЦА – 3 незаменимые аминокислоты. Валин, лицин, изолицин. Они очень хорошо участвуют также в стимулировании синтеза мышечных волокон в преклонном возрасте. Ну и протеин в виде изолята. Вот. Здесь присутствует 18 основных аминокислот, которые необходимы организму. Дальше идут витаминные комплексы. Это витаминные комплексы от GNC и витаминные комплексы от Now Foods. Now Foods тут так интересно. Это для мужчин витаминные комплексы, но аналогичные есть и для женщин. В данном случае это витаминный комплекс Адам. Есть такой же витаминный комплекс Ева. Здесь витаминные комплексы. Я даю предпочтение таким комплексам, как простата, энверители и 50+. Мегамен 50+. Это также мультивитаминный комплекс для мужчин, но здесь еще учитывается для людей более пожилого возраста, то есть после 50, 50+.
Ну, мультивитаминные комплексы нужны не только для спортсменов, но и для обычного человека, так как все мы знаем, что витамины необходимы организму. Дальше идет у нас кофермент Q10, который содержится больше всего в сердечной мышце. Поэтому дополнительно при нагрузках он будет полезен. Учитывая, что с возрастом его все меньше становится в организме, то и в рационе любого человека он будет не лишним. И также он имеет очень хороший антиоксидантный эффект. Вот, коэнзим Q10. Это коэнзим Q10 с корицей. Ну, я не знаю, зачем корица, но вот такой он. Видите, сердечко нарисовано. Это коэнзим Q10 обычный. Разных брендов, но тоже я особо не привязываюсь к брендам. Главное, чтобы у этих брендов была хорошая репутация, ну и цена, качество. Это омега-3. Сердечко говорит о том, что это является сердечно-сосудистая система. Ну, далеко не секрет, что это такой рыбий жир. Коллаген. Коллаген у нас для костей, связок, суставов. В принципе, это обычный желатин. Изотоник. Восстанавливается солевой баланс. Когда мы летом сильно потеем, мы теряем влагу, и у нас нарушается солевой баланс. Потому напиток с изотоника очень утоляет жажду и восстанавливает наш солевой баланс. Что такое БАДы? Думаю, что это очень хорошее подспорье к качественным продуктам. То есть это дополнение тех веществ, которые мы не смогли приобрести в продуктах. Спасибо за внимание. До следующих встреч.